Многое мне еще говорили, в интернете в том числе. Но никто не говорил, как мне удастся вам продать замечательные кресла по цене 9000 долларов. А может быть, чуть дороже. Но сегодня я пришли сюда. В Герцена 6, это супермаркет Just Mall, для того, чтобы вам показать те вещи, которые мне лично очень понравились. Да как вам их продать-то? А мы постараемся. Но сначала поймем, где эти кресла стоят. И понимая, где эти кресла стоят, не будем париться. Дело в том, что в месте активного отдыха, а иначе и не назовешь технологию массажа и велнеса, цены-то по сути совершенно не кусаются. То есть есть много чего такого, которое может себе позволить обыкновенный человек. Вопрос-то ведь в том, что рано-то или поздно проблемки с позвоночником будут у каждого. И я, честно, не встречал человека, у которого все окей. Кстати, заехать и попробовать-то стоит. Все, что есть, абсолютно бесплатно. И, возможно-то, и каждому пригодится. Как и пригодилось-то и мне в течение недельки массированием всего того, что только было можно, и все это на кресле Panasonic, и массировали меня тогда, когда я думал о том, как вам это продать. Прежде чем вам рассказать об этом кресле, я задал себе вопрос. Каким макаром вам объяснить, что необходимо потратить сумму 9000 долларов? Именно столько стоит это кресло. И я специально оделся так, как должен одеваться обыкновенный человек в нормальном возрасте. То есть человек, который поездил на 600-м автомобильчике, на Mercedes S600, естественно, я ездил на нем 5 лет, я не думаю, что кто-то из вас столько ездил. И не думаю, что кто-то после меня будет столько же ездить. Вот, я покатался на всех очень крутых машинках. А сейчас мне хочется чего? Мне хочется показать вам то, что бы необходимо. Естественно, я пока себе не могу это позволить. Хотя почему я не могу себе это позволить? С головой разберемся и возьмем себе такое кресло. Ситуация это простая. Дело в том, что у меня был один человек, который уже ушел в мир иной, а другой человек, я к нему не могу на массаж обратиться, потому как вот не получается у него. У него слишком много людей. А вот, кстати, сейчас покажу. Вот еще так вот можно сделать. Представляете, да? То есть сумма в 9000 долларов. И за эту сумму вы получаете еще и возможность поболеть за российскую сборную на Олимпиаде в Сочи. Вот. Но сама крутизна-то в чем заключается? В том, что вы, ваша семья и ваши все друзья могут просто прийти к вам и в течение там определенного количества времени получить удовольствие. Представляете? Вот я сижу и меня все массируют. Это клево. А еще здесь есть такие вещи в качестве дополнительного презента. После покупки вот этого замечательного кресла Panasonic вам выдается, как называется-то, мультиварка и еще музыкальное сопровождение. Потому как без музыкального сопровождения получить вот такое удовольствие просто не получится. А вот теперь о том, что пришлось-то испытать. Каждое кресло – это не только прокат шарика вдоль спины. Тут о всяких дел много непонятных и очень много. По сути-то можно было бы и убрать подголовник, чтобы понять, как тебя массируют. По сути то, что в раз с тобой делается, и это честно, два человека массажа – это 2 часа. То есть суть события. Ну, к примеру, если с тельцем что-то неладно, а проблемку с телом начинаешь понимать практически сразу после института. Если вы сразу купите, то цена такого дивного кресла купается за год всего для одного. И далее за полгода для двух, и 2,5 месяца для трех. И это так, для тех, кто понимает суть массажа. Как быстро такое кресло может вам оправдаться? Очень быстро, кстати, в течение года оно оправдается, если вы и для всей вашей семьи будете пользоваться. Особенно это все здорово, когда вы, собственно говоря, посмотрели на эту жизнь и поняли, что в машинах новых вы не покатаетесь. Хотя, почему не покатаетесь в машинах новых? Давайте все-таки объясним. То, что новые машины вам необходимо будет купить, но не прямо сейчас. Вы сейчас можете спокойненько поездить на старом автомобильчике,
Ну, надо же еще объяснять, что вот если вы это кресло купите здесь и в кредит, а то тут рядышком есть кредитные организации, которые вам все это дело легко сделают. Вот, это кресло, оно не теряет ничего в зависимости от времени, представляете, да? Только в зависимости от нашей дивной ситуации оно приобретается, потому что сегодня это 10 тысяч долларов, оно и будет 10 тысяч долларов, только вот непонятно, сколько будет рубль стоить. Поэтому надо просто подумать, какая это полезная штука. А машина, она не будет так дорого стоить. Достаточно сказать о том, что машину, которую вы купите, она через выезд от дилера просто потеряет в цене, естественно. Вот. А какую машину вы купите, я вам сейчас расскажу, да? Ой, хорошая штучка вообще, клевенькая такая. Да, такого кресла я точно не видел. Меня в том кресле в прошлый раз массировали. Кстати, придите, посмотрите, как это все делается. Вот, потому как все это абсолютно бесплатно, вы можете посидеть, посмотреть, вот, в конце концов, понять, что это такое, как все это дело вам показывается, демонстрируется, вот, а потом все-таки купить. Потому что, когда вы себе захотите купить нормальную вещь, а она будет в других деньгах, и она будет, естественно, на электромобилях, вот это будет через 2 года, вы сможете купить машинку, ну, примерно в 2 раза дороже, чем вот это, а может быть и в 4 раза дороже. Вот. И вы тогда поймете, что только благодаря электричеству, которое наполняет и эту штуку, вам выдается в больших количествах огромное удовольствие. Да, вот такие это кресла. Да, по сути события, которые происходят с вами, демонстрируются на экране. Да, вы вправе получать то, что любите, и так, как вам этого хотелось бы. Да, очень много модификаций массажа. Естественно, прогрев, естественно, то, что просто необходимо и сталевару, и таксисту. Я специально затронул 2 самые проблемные темы. Да потому что для всех других все массируется и, естественно, лечится легко. Можно ли все это сделать с помощью массажа? Да, можно. Вот только качественного массажиста вы где найдете-то? Вообще-то в моем кругу-то есть тот, кто может кости поправить и все остальное. Но он один. Хоть и живет-то он рядом, но чтобы к нему попасть, необходимо выдержать строгий график посещения, что расходится с моими представлениями о работе. И вот теперь, сори, и думать-то о кресле и мне необходимо. Вы знаете, цена вопроса 9, может быть, 10 тысяч долларов. Что это сейчас такое? Ни на 9, ни на 10 тысяч долларов вы себе не купите квартиру. Это нонсенс. Вот. Ни на 9, ни на 10 тысяч долларов вы себе не купите машину. Это тоже нонсенс. Ни на 9, ни на 10 тысяч долларов вы себе не купите здоровье. А ведь именно ради здоровья мы вас сюда и позвали. Герцена 6. Замечательное место, где вам дается здоровье благодаря вот этим вещам. Ценникам от 9 до 10 тысяч долларов. Но кроме здоровья, вам еще и выдается возможность поболеть за нашу дивную команду в Сочи. И, естественно, пароварка и маленькая такая штучка, музыкальный центр.